Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот такой циферблат и еще несколько других, именно фирменные циферблаты канала, вы можете приобрести в описании видео. Пройдите, там есть ссылочки, на Telegram, новостной канал, Telegram-чат, Viber и WhatsApp. Там есть вся информация, обязательно подписывайтесь для удобного вам мессенджера. Также, дорогие друзья, на данный переводчик, о котором дальше пойдет речь, я буду раздавать промокоды. Как я их буду раздавать? Я скажу в конце этого видоса. Так что смотрим. Это единственный на данный момент вообще переводчик. И он действительно, я к нему обращаюсь не потому, что он единственный, да, а нет, а потому что он действительно заслуживает внимания. Я вам покажу почему. Переводчик достаточно классный, прям реально. Запускайте его. Он простой, в принципе, в управлении. Здесь выбор языка, с которого переводить. Здесь выбор языка, на который переводить. Языков тут вообще тьма тьмущая. Короче, найдете все. Здесь, значит, реверс. Перевести наоборот, да. И все, нажали кнопочку микрофон. И говорите: привет, как дела? Вы на канале SmartWatch. Пожалуйста. Можно даже включить, чтобы он это озвучил. Вот так. Смотрите. Далее, что у нас с вами есть? Можно это добавить в избранное. Все, стрелочку вот так сделали, будет это в избранном. Дальше, что у нас здесь есть? Можно еще печатать с клавиатуры, но, естественно, это неудобно. Экранчик маленький, печатать не очень удобно. Я думаю, именно поэтому с Apple Watch удалили вообще клавиатуру. Там только можно, короче, говорить. И еще есть способ с английского, только на английском, писать буквы, короче. Вот это тоже есть. Русского нет, к сожалению. Ну ладно, мы не об этом. Поехали. Здесь настройки. Здесь сам переводчик. Дальше избранное. Вот то, что мы с вами добавили, пожалуйста. Его можно включить потом, если что. Дальше история. Здесь вообще все переводы, которые я использовал, есть. Далее идем. Настройки. Настройки. Смотрите. Режим разговора. Вообще, вот это просто шикарнейшая вещь. Сам я не допетрил. Мне об этом рассказал разработчик. Прям реально шикарная вещь. Я вам покажу попозже. Дальше это виброотклик. Аудио, естественно. Дальше здесь скорость воспроизведения голосовых переводов. 100 можно задать. 110, 120, 130. Потом 70, 80, 90 и 100. Дальше тест аудио. Все, видите, есть тест English, нормально. Дальше тест соединения. Ну, для переводчика же нужен сервер. Все, видите, показывает, с какой скоростью отклик с сервером. Это все из настроечек. Что? Дальше поехали о том, как вот эта функция работает. Вообще классный режим разговора. Кстати, ребят, я же вам не сказал. Ладно. Так, ребятушки, ну, поехали. Теперь режим разговора. Как это все дело работает? Ну, к примеру. Привет, как дела? Теперь смотрим. Hi, how are you? Видали? Он сам туда переключился и воспроизвел. Дальше. How are you? Видали? Вообще крутая тема, прямо реально. Просто шик. Ну, как я уже говорил в самом начале, есть промокодики, их 5 штучек. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Через сутки я выберу победителей, раздам эти промокоды, ну и объясню, как, если что, их использовать. А для вас, вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, не забывайте про телеграм-каналы, там же есть Viber, WhatsApp канал. Спасибо и до новых встреч!